Всем здрасте, меня зовут Дима, и как вы видите, перед Димой сейчас большая оранжевая такая вот красивенская коробка, и она у нас в студии появилась не просто так, она у нас появилась, потому что сейчас проходит Мифан фестиваль. Вот, вы видите, да, тут написано, что Мифан фестиваль. В чем суть? Его впервые провели 6 апреля 2012 года, и тогда ребята из Xiaomi за 6 минут 5 секунд продали 100 тысяч смартфонов, и с тех пор этот фестиваль проходит каждый год. И кроме того, что некоторым людям приезжают такие большие красивые коробки, фишкой этого фестиваля заключается то, что фанаты Xiaomi, те, которые любят продукты этой компании, они могут в течение некоторого ограниченного времени купить эти товары по скидкам. И изначально он в Украине проходил, например, с 6 по 11 апреля, его продлили до 18. То есть сегодня у нас 16 число, у вас еще остались выходные после съемки этого видео для того, чтобы купить товары по скидкам. В принципе, акция эта проходит у всех магазинов, которые торгуют техникой Xiaomi официально, но в частности это все можно приобрести со скидками в Mi Store, Smart Home и Allo, ну и у всех остальных. То есть, если товар продается официально, он будет официально и у всех остальных крупных продавцов в Украине, во всех крупных сетях. Короче говоря, сама коробка, я не помню, говорил ли я в этом дубле или нет, я понятия не имею, что внутри нее находится, но я точно знаю, что там должен был быть буклет с заданием, и его там нет. По ряду причин, скажем так, не будем углубляться, суть в том, что сказали задание для всех одно и то же, нужно 30 секунд заниматься тем, что тебе нравится, поэтому наслаждайтесь. Возвращаемся к коробке, она едва ли помещается нам в кадр, ну то есть вы будете видеть, что внутри нее находится, но полностью ее на камеру нашу основную, которая сверху снимает, не видно. Как вы видите, она так медленно, аккуратненько выползает, так замечательно. Здесь у нас есть поролончик, на котором написано, что это Mi, ну логотип компании естественно присутствует, ага. Также здесь у нас есть. Так, что это такое? Ага, это какие-то сладости, судя по всему. Хорошо. Xiaomi Mi Watch Lite. Если хотите увидеть обзор, то обязательно пишите об этом в комментариях. Потому что изначально я не помню, хотели ли мы делать или нет, но теперь-то у нас точно возможность сделать это видео есть. Так что если вы хотите его увидеть, не стесняйтесь об этом писать. Еще у нас в этой коробке имеется Redmi Note 10 Pro, но это не простой Redmi Note 10 Pro, я так понимаю, это специальная версия смартфона, посвященная этому ивенту. Мы сейчас, естественно, это мне интереснее больше всего, распакуем, посмотрим, как оно выглядит. Гарантийный талон, судя по всему, на смартфон, я так понимаю. И больше здесь ничего нет, есть вот такая вот оранжевая шевелюра. Я не знаю, чья, но она здесь есть. В общем-то, давайте посмотрим на смартфон. Потому что я слышал о нем, я слышал о том, что специальная расцветка, но я понятия не имею, как она выглядит. Я не гуглил. Во-первых, потому что я знал, что к нам он попадет, но типа, ну, нафига интригу портить-то, да? А во-вторых, как бы... Времени сейчас нет на самом-то деле. Я не уверен, что это ощутимо по количеству контента, но мы работаем просто не покладая руки. И вы видели, как я издеваюсь над чертями. Так вот, я этим занялся впервые за последние, наверное, недели две. Тупо нету времени ни свободного, ни несвободного, никакого нет. И поэтому я не гуглил, как этот смартфон выглядит. Я решил опустить камеру, потому что изначально она стояла слишком высоко, и коробку-то было видно, но детали было показать вам сложно. Короче, она очень красиво оформлена, здесь есть вот разные интересные принты, там планетки какие-то, космонавтик и так далее. Что у нас внутри?
версия, кстати, кому очень сильно интересно, 8128. MFF 2021. Так. А, это стикеры. Стикеры забавненько очень. Так, что еще? Я так понимаю, разные аксессуары здесь находятся. Да, здесь чехол. Ну, в общем-то, кроме цвета, в остальном, я так понимаю, все чуть ли не стандартно. Я не помню, что в комплекте с обычным смартфоном, но я так вижу, что вроде как да. Все как и везде. Зарядник на 33 ватта, Type-C кабель, чехол, скрепка. То есть никаких, например, там дополнительных наушников нет. Я не думаю, что это сильно важно и нужно, но тем не менее, что вижу, то и комментирую. Можете быстро посмотреть на характеристики этого аппарата. И давайте наконец-то посмотрим на то, как он выглядит в этом необычном и интересном уникальном цвете. Но что я вам хочу сказать? С одной стороны, я небольшой фанат разных золотых расцветок. Так, этот стикер, он здесь явно лишний. Ты все портишь, парень. Ты должен уйти. Так. Но, тем не менее, выглядит на самом-то деле интересно, потому что он не просто, скажем так, гольд, не просто золотой, а сверху оттенок светлее, снизу темнее, рамочка вся тоже сделана в соответствующем стиле, ну, короче говоря, по дизайну, в принципе, я не могу сказать, что мне этот смартфон не нравится, даже несмотря на то, что я не фанат подобных расцветок от слова совсем. В общем-то, на этом это видео мы будем заканчивать обзор обычного, не в таком цвете, но все же Redmi Note 10 Pro у нас есть на канале Ferrum.com. Ссылку, если я не забуду, я размещу обязательно в описании этого видео. Всем тем, кто хотел себе прикупить что-нибудь из Xiaomi, заходите на сайты магазинов, которые торгуют ими официально, и смотрите, какие скидки на какие интересующие вас товары есть. У вас осталось не так много времени, 2 дня, но в принципе выходные достаточно для того, чтобы сообразить, что хочется купить, что сильно надо, что не сильно надо, что хотелось очень давно, но ждал скидок, и вот они вот сейчас есть, может быть. В общем-то, я сказал, где эти скидки искать, я сказал, до когда они будут актуальны. С вами был Дима, Ferrum Live. Не забывайте тыкать лайки и делиться этим видео. Это для нас, правда, очень важно. Хотя, учитывая, в принципе, формат этого видоса, делиться им стоит в ближайшие максимум пару дней. Но, тем не менее, если вы знаете человека, который Xiaomi очень любит и что-то там себе хотел приобрести, то для него есть очень хорошие новости. Спасибо тем, кто нас поддерживает, и в частности на Патреоне состоит. Вы видите перед собой список этих чудесных людей. Если хотите с ними, ну, всеми, ну, или во всяком случае самыми активными из них, и с нами общаться в Дискорде, слушать наши подкасты и смотреть дополнительный от нас контент, то линк на Patreon есть в описании, конечно же, тоже. На этом у меня все. До новых встреч. Пока.